Виктор Васильевич, да? Да. Виктор Васильевич, у нас, скажем так, история, которая с нами приключилась, с сентября длится. Mm-hmm. Суть заключается в том, что некие ремонтники под видом выполнения ремонтных работ обманным путем похитили плату, потом вымогали деньги, плату от холодильника. Вот. На данный момент плата сейчас находится в отделе полиции, ну то есть, условно говоря, нашли, где это находится плата, но никакое уголовное дело не возбуждается. Я считаю, что признаки достаточно для возбуждения уголовного дела по факту мошенничества, потому что ну, на сегодняшний момент так и не установлено все-таки, с кем был заключен якобы договор в устном виде, какие условия этого договора. Ну, то есть мы говорим о том, что никакого договора не заключалось. Суть была в том, что после того, как стал некорректно работать холодильник, а именно верхняя часть камеры не морозила, Анна обратилась в ну, какую-то организацию по телефону, найдя их контакты на сайте Авито. Все. После того, как они приняли заявку, ну, соответственно, персональные данные, там адрес, кто, чего и как, через какое-то время с ней созвонился Галимов. Галимов, да. И ну, практически в ночное время, там 23, да, или очень поздно пришел к ним домой. Ну, то есть застигли врасплох, как бы, ну, там побеседовали, сказали, что разморозили холодильник. И потом на следующий день уже пришел другой человек, да? Да, Недосекин. Недосекин. И снял плату. Тоже это как-то произошло для Анны неожиданно, она отвлеклась, вот в этот момент он снял плату, все. Ну, под предлогом того, что нужно продиагностировать, определить, сколько чего и как нужно ремонтировать, и после этого они пропали. Потом они появились, скажем так, заявились, ну, контакты остались, начали требовать деньги, якобы за какой-то ремонт несуществующий. После чего обратились в правоохранительные органы, и вот эпопея длится уже длительное время. То есть изначально было постановление об отказе и возбуждении уголовного дела, потом оно отменялось, дополнительная проверка. Сейчас опять проведена проверка и вынесено постановление об отказе. Я предполагаю, скорее всего, она должна быть отменена, вот это постановление должно быть отменено, потому что там нет существенных вопросов и нету допросов важных людей. А именно, выяснилось, оказывается, что эта плата уже походила по другим рукам, неизвестных какого-то Дима. То есть Дима там уже этой платой как-то распоряжался, что-то я якобы там паял, что-то там делал. Вообще нам непонятно, наша эта плата, не наша, рабочая она, не рабочая. Потому что, как я говорю, холодильник изначально работал. Там вся причина была не в плате, просто, ну, соответственно, нам нужно холодильники периодически размораживать. Там появилась такая штучка, что, короче, ну, условно говоря, упрощенно реле не срабатывало для того, чтобы переключать работу нужного отсека. То есть все. Это уже работало. Экспертиза. Да, экспертиза проводилась, и с нашей стороны проводилась экспертиза. Ну, не как экспертиза, к специалистам обращали, они посмотрели холодильник полностью без этой платы, что он в исправном состоянии, все, ну, после того, как он разморожен, все. То есть холодильник дорогой, качественный и еще бы служил долгими годами. Но поскольку этой платы нету, им невозможно пользоваться этим холодильником. Соответственно, мы оцениваем как существенный ущерб, и поэтому мы усматриваем часть вторую статьи 159 мошенничества. Ну и с учетом того, что это было группой лиц совершено, то есть, скажем так, вроде как Галимов сказал, что он якобы какие-то свои вот эти персональные данные выкупил у кого-то, ну, видимо, у того, кто собирает эти данные, да, да. И поэтому по этим персональным данным, что уже является правонарушением, пришел, говорит, вот я буду вашим мастером. Кто он такой, что он такой. Мы потом его установили, как его зовут, фамилия, имя, отчество. Но мы занимались, условно говоря, вот этим целым расследованием, что мы не должны этим заниматься. В итоге на наше требование хотя бы сообщить свои данные персональные, что он там, ну, паспортный, чтобы мы на него обратились в суд, потребовали ну, изъятия из чужого незаконного владения этого имущества, возмещение убытков. Понятно, что мы ему, конечно, вряд ли будем доверять. Обратимся к третьим лицам, которые установят эту плату, проверят работоспособность, если не рабочая, соответственно, ну, иск будет в соответствующую сумму выставляться. Но столкнулись с препятствиями, что он скрывает свои персональные данные, что лишний раз доказывает, что у него не было намерения заключить с нами какой-либо договор, нести какую-либо ответственность, а именно было намерение обманным путем похитить имущество и потом вымогать деньги. Очень много пострадавших, у нас есть целый список этих пострадавших, но сотрудники полиции почему-то бездействуют, на наш взгляд, не опрашивают эти моменты, не опрашивают ту контору, которая, скажем так, нанимает вот этих вот работников, которых не обучает. То есть эти люди, они не специалисты, они не знают, как ремонтировать холодильник, они не знают... Есть решение. Решение чего? По материалу проверки.
Последнюю? Последнюю? Не распечатанную, могу в электронном виде. Да? Ну, вот коротко то, что хотел, я сказал, если есть вопросы, задавайте, мы более подробно расскажем. Я не усматриваю здесь гражданско-правовых отношений. Хотя внешне может так казаться. А сколько там пострадавших? Сколько? Ну, человек 5, которые нам точно известны, да? Есть да, 5, которые связаны с нашим мастером, с Галиевым. Да, мы только по нашему мастеру. И есть еще ряд людей, которые по той же схеме с Егорова 13 пострадали, но от другого человека. То есть это Егорова 13 работает по следующей схеме. А вы об этих пострадавших вообще излагали в своем заявлении, нет? Кто-то писал заявление, да, по-моему, женщина? Они обращались в полицию самостоятельно, получали отказ в возбуждении уголовного дела, и на этом силы их заканчивались. Не, ну здесь давайте таким образом поступим. Я понял вашу проблему. Я так понимаю, что те лица другим тоже не оказывали свои, так скажем, ну, не ремонтировали ничего, да? То есть брали деньги и не ремонтировали. Давайте я расскажу. У меня вот эти все разговоры с этими людьми записаны на телефоны и опубликованы. То есть можно послушать. Схема примерно одна и та же. То есть приходит мастер и начинаются танцы с бубнами. Ну, во-первых, их обучают, как себя вести с человеком. То есть о себе ничего не говорить, узнавать у них информацию. Ну, то есть не показывать, что делаешь и так далее, и так далее. То есть создавать видимость какой-то работы, чтобы человеку морально было трудно отказаться ему заплатить. То есть создает видимость ремонта абсолютно исправной техники. То есть, во-первых, навязывает какие-то дополнительные услуги, а во-вторых, он имитирует слом, поломку какого-то оборудования путем, ну, иногда даже умышленно ломает. Вот там Татьяна по последней женщине пришла, там что-то якобы там что-то паяла, расковыряла весь холодильник, потом у нее сломался якобы компрессор, то есть она сама сломала. Но это говорю, я сейчас не могу подробно рассказать, это нужно послушать историю этой женщины, как она рассказывает. Но смысл в том, что они просто умышленно грубят холодильники, ну, оборудование. Ломают, понимаете, то есть ломают, они сами ломают, а потом чинят то, что они сломали за счет средств вот этих собственников. И в конечном итоге не чинят, а просто выманивают деньги после того, как они выманили все деньги, в итоге оборудование остается неисправным. Вот это самое важное. То есть оборудование, как они сломают, и остается неисправным. То есть человек остается и без исправного оборудования, и без денег. И без денег. Если бы они задорого бы починили, вопросов бы не было. Я понял. Значит, поступим с вами таким образом. Сейчас вы напишите заявление об отмене принятого решения, что мы бы ходатайствовали перед прокурором об отмене нашего решения об отказе возбуждения уголовного дела. Тарас, в заявлении необходимо однозначно сейчас указать данные, которые вам известны, всех пострадавших, вот, с просьбой их опросить в рамках данного материала. Значит, мы уже, в свою очередь, поднимем все эти материалы. Вот. Прямо сейчас, если вы напишите, мы поднимем эти материалы, тоже будем ходатайствовать об отмене. По всем этим фактам уже, так как это неоднократность идет, да, вот этих, вот, то у нас будет шанс возбудить уголовное дело. Но обещать я не буду, потому что у нас есть практика такая, можете поднять практику по Мурманской области. Именно по таким ремонтникам мы возбуждали уголовные дела, есть приговоры у нас. В Североморске есть, в городе есть. Вот именно вот то, что они не выполняли договорные свои обязательства, даже есть у нас практика, где есть договора составляли. Заключали договора они. Вот. Допустим, ну, там немножко похожая ситуация, не по ремонту бытовой техники, да, допустим, а по мебели, к примеру, да, то есть там кухня, ну, там оборудование и так далее. Схема, да. Схема одна и та же, однозначно, да. Вот, и буквально недавно мы где-то, по-моему, один там возбудили по таким фактам. То есть там главное, чтобы доказать, нужна неоднократность их действий. Потому что там по одному заявлению это очень будет тяжело сделать. Поэтому мы сейчас, вы напишите заявление, укажете все факты, которые вам известны. Фамилии, там, если есть у вас, да, там надо. Ну, давайте ставить хотя бы двух-трех указать. Не, надо чем больше, тем лучше. Ну, это понятно. Что мы подняли все материалы. Сейчас не готовы. Потом пришли, собрать. Непонятно.
что мы пришли. У нас есть люди, обратившиеся, которые... Но нам же нужно установить. Не, понятно, нам нужно установить как бы хотя бы то, что у нас есть поднятие. Потом мы уже будем посмотрим еще, кто обращался к этим фактам. Понимаете? Ну, по Галимову давай. Там Люба, по-моему, женщина пострадала. Ну, есть... ну, есть данные хотя бы? Да, есть. Ну, сейчас, чтобы нам от чего толкнуться. То есть мы вот эти материалы поднимем, ваш отменим, да? Вот эти все отменим, по сути. Ну, и будем работать в рамках вот по этим всем материалам, ну, в отношении данных лиц. Работать будем, отдел полиции номер 3 будет работать? Ну, у нас по-другому-то, как бы, других-то нету сотрудников. То есть работать будут те сотрудники, которые, ну, под моим контролем, к примеру. То есть я так, ну, заслушивать буду. Просто есть такие факты, практика есть такая. Просто попробуем, почему нет? Я думаю, что если там очень много придется мероприятий провести, там опрашивать, осмотр делать, изымать технику, экспертизу назначать, это, ну, не быстро будет. Это я сразу скажу, что не быстро, потому что эта схема очень тяжелая, ее, так скажем, их вывести очень на чистую воду очень тяжело, но попробовать нужно. Смотрите, вам сейчас напишите заявление? Да, мы сейчас напишем. У меня вот такой вопрос. Вот просто не совсем непонятное действие сотрудников полиции. В плане чего? Вот сейчас плата находится в отделе полиции. Уголовное дело не возбуждалось. Угу. Непонятно, на каком основании эта плата была изъята, у кого была изъята, почему изъята. Вот даже экспертиза, которая была проведена... Я обязательно, кстати, не перебью. Нужно... будет указать заявление данные ваших экспертов, которые... А это все в деле есть, мы предоставили это. В том материал проверки мы это все предоставили. Это все замечательно. То есть мы вообще очень много работы проделали, скажем так, и не всю информацию естественно предоставили, потому что мы, помочь, это однозначно. Мы общались и с бывшим работником данной организации, вот у меня есть переписка, скрины, и у Анны есть переписка. Я думаю, он согласится, скажем так, дать объяснение, показания. Вы можете там скрины эти приобщить к этому заявлению? Думаю, там можем, да. Да, я думаю, там телефон. К этому же заявлению, сейчас принял заявление, все это зарегистрируется. У меня скрины есть. Есть у вас скрины? Ну, сейчас просто надо их как распечатать, наверное. Ну, определимся сейчас, как распечатать. Вот, и поэтому получается как? Вот человек, который не знает, как себя вести, по идее, он что, придет, заберет плату и принесет, он ее поставит сам, либо там как-то, а вдруг там раз и холодильник не заработал. И кому предъявлять претензии? Сотрудникам полиции? Ну, вообще, говорю, мне сама схема удивляет, почему эта плата находится, ну, хорошо, там как сохранность. Плата, скорее всего, изъята официально, осмотрена. Да, на осмотр изъята. Потом она, ну, мы имеем право это изымать. Да, вопрос в том, что если мы усматриваем, то есть, если сотрудники полиции усматривают гражданское правовое отношение, то, что она изъята, это понятно, но все равно они не должны в любом случае влезать в гражданско-правовые отношения, потому что здесь не отвечен вопрос, исправна эта плата или нет. Даже если, непонятно, что это мы назначим, допустим, экспертизу, даже если там будет, в любом, не касаясь вашего материала, да, мы все равно предпринимаем меры на стадии проверки, да, по изъятию всех доказательств, даже если это изначально будет известно, что это гражданское правовое отношение, не касаясь вашего заявления, и потом заявитель вправе обратиться в суд с заявлением и ходатайствовать, чтобы суд запросил у нас эти материалы и уже для ознакомления и принятия определенного решения. То есть они уже будут там смотреть, ну, к примеру, это не касается вашего, но такая процедура у нас существует. Это понятно. Поэтому изымается определенные вещи, которые имеют доказательства по материалам. Поскольку дело не возбуждалось, поскольку нету оснований, плата должна быть возвращена тому, у кого она изъята, то есть Галимову. Мы же будем иск подавать на Галимова, мы же будем от него требовать и возврата имущества, которое он у себя удерживает и не возвращает, понимаете? Если мы сейчас будем вести об уголовном деле, то она нужна, наоборот. Нет, в этом нет. Я говорю, что вот само противоречие, какое возникает. Проверку. Да, какое? Мы же процессуальную проверку проводим. Нам нужна эта плата для того, чтобы назначить экспертизу. Это будет лишним доказательством. Да. Я, ну, не лишним, конечно. Обращаю внимание просто на момент. Вот мы 14 числа этого месяца разговаривали с начальником АП номер 3 Чухаревым Николаем Валерьевичем. Да? Вот. И
В нашей беседе я очень много услышал противоречий. Во-первых, он говорит о том, что якобы установлены гражданско-правовые отношения. Но на прямой вопрос, с кем же у нее заключен договор, по мнению начальника, ответа мы не услышали. Я понимаю. Он прямо говорит, что договора нету. Понимаете? Давайте не будем тянуть время. Да, самое главное, нам что нужно сделать? Написать заявление. В заявлении указать все факты. Всех известных вам заявителей, чтобы нам было легче искать, потому что очень много заявлений. На данный момент укажем одного человека, а остальных мы сейчас просто нужно с ними созвониться. Потом вы просто можете принести, можете мне принести в любой момент. То есть можете позвонить, принести. Знаете, я продиктую, можно листочек, я сейчас продиктую. Вот, мы поднимем эти материалы. Проверим. Такие, прошу. Принять меры. Не, сначала прошу вас принять меры. Я просто то же самое, только своими словами. Я постараюсь коротко. Давай. Прошу принять меры к отмене. К своим словам. Постановление. И реквизиты этого постановления. Постановление об отказе в ведении уголовного дела от такого-то числа. Вынесены там эти данные. Постановление об отказе возбуждения уголовного дела. Есть ответ? Это 11, по-моему, числа? Вы можете написать по моему заявлению. Либо сократить. По моему заявлению. По моему заявлению 21 сентября. Принятое в отделе полиции номер 3. В связи для проведения дополнительной проверки. Для проведения дополнительной проверки. Это был снова таки. Все, точка? Точка, да. Угу. В ходе дополнительной проверки. Прошу. Опросить граждан. Пострадавших от этих людей. Нужно перечислить кого. Туда сразу Недосекина тоже указываете. Да. Которые также обращались с заявлением в отдел полиции номер 3. Даже не обязательно 3, это могут и обращения по всему городу, да. Вообще в отделе полиции 1.2.3. Обращались в отделы полиции города Мурманска. Контора у них на Егорова, это Октябрьский район находится, но они себя позиционируют, что они вообще никакие договора не заключают. То есть они, по сути, себя позиционируют как операторы, которые собирают эти заявки и потом отдают, продают, я уж не знаю как. Но сам факт, что они, по сути, являются их работниками, фактически, то есть не юридически, а фактически, и, соответственно, они деньгами делятся. То есть то, что он там покупает какие-то заявки, это, скорее всего, он обманывает. То есть ничего он не покупает, просто ему дают заявку, он берет определенные деньги и определенную часть отдает. У нас в переписке это в скринах все есть, он прям показывает, кому чего, как. У них есть общий чат, они там общаются, то есть все это процесс идет. В день они окучивают несколько человек, зарабатывают сумасшедшие деньги. То есть, скажем так, от 200 тысяч. Это очень хороший заработок, скажем так, для мастера. Еще был АЯС. Всех. Чем больше мы установим заявителей, тем нам легче будет потом разговаривать. Но вы же можете в своей базе сами посмотреть. Конечно, можем. Нам хотя бы изначальные данные.
Да, это имя, как мы знаем, как он представился, и номер телефона. А там уже созвонятся, узнают, какие конкретные данные этого человека. Ну, потому что не каждый хочет называть свою фамилию, имя, отчество. Вот, допустим, я знаю, там Люба представилась, там кто там еще как-то представился. Там, ну, мы им всем говорим, что подождите, давайте мы сейчас дело доведем с Анной, и как бы потом, ну, по аналогичной ситуации вы все остальные будете. Так это самый лучший вариант. С помощью соцсетей можно подать клич, и они, грубо говоря, через вас же могут... Я думаю, сейчас мы соберем их. Да. Я на Яндексе вот это нашел эту контору, и просто вот почитайте отзывы. Там прямо пишут мошенники. Понятно. Там если есть несколько положительных отзывов, то, скорее всего, они сами себе написали. А отзывов там очень много отрицательных. То есть, чтобы человек написал отрицательный отзыв, он же должен не полениться. Ну, материалы есть эти сведения, правильно же? Материалы дела не знаю, мы еще не ознакомились. А, вы еще не знакомились. Нам не дали еще ознакомиться, потому что якобы дело направлено в прокуратуру. Ну, мы сейчас по вашему заявлению отменим его, и насколько мне известно, вы 30 числа дойдете ознакомиться. Да. Ознакомьтесь с материалами этого. У нас просто как возникла ситуация такая, что мы не можем получить данные персональные этого человека, чтобы в гражданском судопроизводстве решить этот вопрос, чтобы холодильник заработал в конечном итоге. Здесь немножко такая ситуация. Федеральный закон о персональных данных нам запрещает третьим лицам предоставлять. Но мы не третьи лица. Ну, если мы сторона договора. Третьих лиц. Но если все-таки вот в подобных ситуациях, ну здесь мы все равно поработаем по уголовному, однозначно по уголовному процессуальному кодексу, вот, потому что, исходя из того, что я услышал, что много заявителей, ну много потерпевших, точнее пострадавших, пока еще не потерпевших, то здесь можно попробовать собрать материалы, соответственно, и выйти с ходатайством, ну, переговорить с надзирающим прокурором, подняв все материалы. Вот, обсудить, что необходимо для возбуждения уголовного дела. Вот, потому что все равно он будет надзирать, мы правомерно приняли решение или нет, о возбуждении уголовного дела, чтобы нам потом, ну, понимаете. Смотрите, если уголовное дело будет возбуждено, то да, это тайное следствие и так далее, и так далее. Я вам говорю, что пока о гражданско-правовых отношениях мы пока не ведем речь. Вы ко мне обратились, мы попробуем все-таки найти правду и, так скажем, лиц, совершивших преступление, если это будет установлено, наказать в рамках уголовного судопроизводства. Понимаете, да? Да. То есть поэтому... Что, написали, да? Так, опросить экспертов ваших. Я же так понимаю, они не опрошены, правильно? Не знаю, по-моему, эксперт не опрошен. Даже не опрошен тот человек, нужно. Который паял эту плату, который якобы там что-то ремонтировал. Какой-то Дима. Что за Дима? Потому что изначально Галимов говорил о том, что плату он отдал в сервис, который ремонтировал. Мы туда пришли с видеокамерой. Человек сказал, да, я вообще такие холодильники не ремонтирую. Все это под запись. Соответственно, они допросили этого мастера. Все, этот говорит, что начинает менять свои объяснения. Опять же, получается как? Человек может совершить какое-то преступление, дать какие-то более-менее влезающие объяснения, ему говорят, ну все, молодец. Ну так же не делается. Отобрать у бабушки, не знаю, сумку, да, и сказать, у нас гражданско-правовые отношения, и все это нормально разве? Да нет, конечно. Ну так я тоже здесь не усматриваю. Нет, поэтому я же говорю, что сейчас вот мы попробуем это все, доработать материал таким образом. Понимаете, потом... я не знаю, сейчас перебиваю. Сам факт, что мы не можем получить данные человека, который говорит, что якобы у него есть договорные отношения, но если есть договорные отношения, ты обязан показать свои персональные данные, чтобы мы могли на тебя претензию подать и так далее. То есть это доказывает то, что он скрывается. Вы же говорите, договора нету, да? Конечно, нету. Это он выдает о том, что якобы договор есть. Пришел ночью, врасплох, застал, скажем так, семью, сказал, что вот разморозить. Потом пришел какой-то другой человек, снял плату и пропали. Но это какие здесь договорные отношения? Ну давайте сейчас пока не об этом. Мы сейчас попробуем все-таки немножко в русло другое. Не, я изначально усматривал здесь признаки именно мошенничества, да, а вот... Так, что нам еще необходимо? Нам необходимо написали, чтобы назначить экспертизу по плате.
именно на предмет ее исправности. Да, да, да. Потому что одно дело, она имеет признаки пайки, там то-то, а вообще она рабочая или нет. Мы можем, условно говоря, ее вставить и сейчас хотя бы решить проблему с тем, чтобы холодильник заработал. Потом еще вопрос. Нам надо сюда дописать, чтобы и допросить бывших работников данной организации. Почему именно бывших? Потому что он себя, во-первых, заявляет как бывший, говорит, я там сейчас уже не работаю, ну, он не хочет людей обманывать. Ну, скрин вот это, я про скрин говорю. Давайте сначала про экспертизу написали. Угу. Ну и хотелось бы и действующих работников установить. Назначить проведение экспертизы по изъятой плате. Экспертизы по изъятой данной. На предмет ее работоспособности. Работоспособности, ну и еще шагерство, наверное. Да, и на предмет, какие запчасти там находятся, родные, не родные. Потому что якобы они заменили там какие-то конденсаторы, но нужно установить, это на самом деле они меняли. Напишите, да, сейчас посмотрим. Потому что переговорим с экспертами, что они могут сделать. Скорее всего, они просто имитировали какую-то ремонтную работу. И там все работало, рабочая плата абсолютно. Так, а также вмешательство и, как вы красиво сказали, замены родных запчастей на аналоги. Например, замены родных запчастей на аналоги. Потому что если они меняли, они точно такой же не поставят, все равно не поставят какой-то аналог. Потому что ну, на заводе там, во-первых, маркировочка, все идет, там, ну. Это как с машинами. Если в машине меняешь что-то, да, стекло меняешь, там все равно дата производства, все будет другое. То есть машина после ремонта, определить, что она после ремонта, легко. Так, что мы не забыли еще. Допросить работников. Установить, наверное, бывших. Да, установить бывших и действующих. Установить работников, ну, действующих и бывших работников, да, и просить. Да, на предмет их деятельности. Потому что вот сейчас якобы идет информация, что этот Галимов самозанятый. Но нужно установить, когда он стал самозанятым. Понятно, за 3 месяца он, скорее всего, себя понимая, видя в интернете, какие про него ролики идут. А точно его фамилия Галимов? Галимов. Точно, Галимов Сергей Сергеевич. Ну как точно, я не знаю, вот, мне такую информацию не понял. Из материалов проверки. Из материалов проверки, да. А может он не Галимов, мы не знаем. Установить работников действующих, бывших и опросить. Да, опросить. Работников чего? Егорова 13? Да, там, по-моему, Вектор как-то так называется организация. Я точно уже не помню, как называется. Ну там она единственная, вот это автосервис, у них свой сайт есть, все это есть. Так. То есть сам факт, они себя позиционируют, что они автосервисная контора, и в то же время их работники говорят, что мы вообще никакие договора не заключаем. Нет. Вот уже здесь мошенничество я усматриваю. То есть они говорят людям одно, а по факту нет у них ни одного заключенного договора. А вот я пишу, чтобы опросить граждан, конкретно вот эти. А через запятую как поставить, чтобы опросили еще тех, которые ранее обращались? Ну, надо написать так, чтобы установить всех заявителей. Которые пострадали от действия данного лица. Потому что сами мастера жалуются на то, что вот есть такие вот, ну, кажется, паршивые овца, все стадо портит. То есть они говорят, что вот мы приходим и вот переделываем вот эти поломки, вот этих вот, не знаю. Нет, мастеров. Здесь, понимаете, здесь немножко, ну, мы сейчас поработаем в этом русле. Значит, нам нужно установить, ну, мы поднимем вот эти все материалы, да, посмотрим. Если они не выполняли даже устные договоренности, да, то есть, грубо говоря, обманным путем они получали деньги, соответственно, и они в итоге, граждане, получали эти платы, там, либо там технику неработоспособную, то, значит, при установлении всех фактов мы можем попытаться это все сделать. То есть будет состав. Здесь я вижу точно состав, потому что есть практика судебная, и мы
по таким материалам занимались. Тяжело, конечно, доказать, но мы ему, ну, постараемся все это сделать, но это будет очень долго, так что наберитесь терпения. Ну, я вас обманывать не буду, но очень-очень долго будет. Ну, я не сказал, что надо все-таки получать уже как-то холодильник новый или как-то, не знаю, плату новую покупать. Ну, короче, что-то надо решать, потому что жить столько времени в семье без холодильника, это, конечно, тяжело. У меня есть пару лайфхаков. Как это делать? Довольно снег на балконе. Ну ладно, хорошо. Я потом выпущу отдельное видео с этим. Что еще не забыли? О чем еще не забыли? О чем говорили? Так, по поводу опроса вот этих бывших работников, действующих работников, написали про плату, написали, что ее нужно установить, исправность и родные, неродные запчасти. Допросить потерпевших написали. Просить, да. Все-таки, мне кажется, надо установить, с какого момента Галимов и Недосекин зарегистрированы в качестве самозанятых. У меня Это однозначно. Но, к сожалению, этого в постановлении по отказе не указано. Это укажем однозначно, потому что мы, во-первых, нужно провести осмотр данной организации, вообще, как она там существует физически или нет. То есть есть там вывеска, конечно. Да, ну, почему нет? Вы же ходатайствуете о том, что мы провели осмотр. Мы все равно будем осмотр проводить однозначно. Потому что если у нас наработана есть практика, то есть если есть, допустим, организация какая-то, которая должна выполнять все действия и заявлен какой-то адрес, да, то мы должны все равно выехать туда и осмотреть данное помещение, кто там находится, что там еще, и, соответственно. То есть, во-первых, первый вопрос, с какого момента, получается, он зарегистрирован в качестве самозанятого, и чеки-то он туда пишет, что на какую сумму он каждый день делает эти работы. Потому что можно зарегистрироваться, но ничего не вносить. Это тоже не уплата налогов, это тоже, ну, мошенничество, на мой взгляд, только в отношении уже государства. Провести осмотр с целью отыскания. Сейчас относящиеся к территории. Как я напишу провести осмотр помещения, а там... Ну, какой адрес у него? Егорова 13. Ну, Егорова 13 на предмет наличия данной организации. Да, вот, кстати. Так. На предмет наличия вообще данной организации. Существует она, не существует. Так. Я к ним хотел сходить под видеозапись, но я что-то так это не времени не было, так и не сходил. Но я думаю, что схожу еще к ним. Ну, тоже у меня есть сомнения, что их там вряд ли есть. Скорее всего, их и не настану на месте. Ну, вот мы это и установим осмотром на прошествие. Сайт у них красивый, все посмотрел. А, и забыли запросить сведения по его самозанятости, как он зарегистрирован. Да, это какие платит налоги, ну, вообще, ну, он деятельность налогу, есть, да, ведет он деятельность как самозанятый. Помимо того, что как бы вот этот момент важен, но есть еще важный момент. С какого момента он? Да, с какого момента. И также установить необходимо организация это, с какого момента была до самозанятости зарегистрирована. Потому что он же каким-то образом, у нее же есть название, значит, она была зарегистрирована каким-то образом, или просто вывеска, и все, самозанятость, это. Ну да, посмотреть их не угорел. Это да, мы сейчас пробьем. Чем они вообще занимаются, основной вид деятельности какой? Да. Установить основной вид деятельности. Потому что договора, насколько нам известно, они вообще не то есть нам нужно установить, с какого момента он самозанятостью занимается. И до этого получается. Как он заявки получает? Да, как он имеет вообще, ну, как он все это к нему проверить приходит? Проверить его полностью, его организацию, так скажем. А как мне указать, чтобы это все было под вашим контролем? Ну, что так и указать. Так и указать? Прошу, да, взять на контроль такого-то данные материалы. У меня лично появился спортивный интерес. Когда же это все закончится? Просто интересно, сколько нужно потратить времени и сил, чтобы добиться возбуждения уголовного дела по факту мошенничества? Ну, очень долго придется. Я вам скажу по практике. Ну как очень долго? То есть мы сначала наработаем, посмотрим, что к чему. То, что мы наработаем, я съездим к прокурору.
он посмотрит, может, еще что-то скажет, не хватает. Потому что если возбуждать, мы же будем возбуждать по отношению конкретного лица. Не обязательно, можно по факту. Мы можем, конечно, по факту сбить, тут не вопрос. То есть, можем либо по факту, либо в отношении. Но если мы наработаем отношения лица, то уже будем работать заинтересованы в раскрытии преступлений. Просто УПК говорит о трех сутках. Помощи граждан. УПК говорит о трех сутках, в исключение 10 суток. Прокурор, либо там руководитель следственного отдела месяц, но все-таки это ограниченные сроки. Все равно, если есть повод и основания, а повод есть заявление, поэтому, и оснований, на наш взгляд, достаточно, потому что достаточно слов о том, что вот было то-то совершено, уголовное дело должно возбуждаться, и именно процессуальными действиями это все закрепляться. Да, сделаем по-другому. Сделаем по-другому. Сегодня у нас какое число? 19-е. Вы идете на прием 30-го, да? Я с Анной куда наставлю, туда я иду. Вы идете 30-го. А с вами можно созвониться тогда и заслушать по этому материалу. Просто хотелось бы не ждать вот эти максимальные сроки, 30 дней и тому подобное, чтобы все-таки это где-то вот в середине, ближе к началу срока, решался какой-то вопрос. Нет, если вы 30-го пойдете ознакомливаться, как раз до 30-го. Ну давайте 30-го как раз и заслушаю, в принципе, материал этот. А, 29-го, 30-го. 30-го у нас выходной, да? Да. Я на сутках буду. То есть мы выходной идем, да? 30-го выходной. Да. Ну, в принципе, тогда я могу поприсутствовать. Что? Заслушать. С Николаем Валерьевичем? Ну, определимся. Просто я буду дежурить. Николай Валерьевич вообще отслеживает, скажем так, наш сериал по поводу холодильника, так и называется, «Дело холодильник». Уже, по-моему, 19-я серия. Советую тоже обратить на это внимание, на наш сериал. Где там сериал? В Ютубе «Мамаев Про», на моем канале. У меня Ютуба нет. Нет Ютуба? А я не пользуюсь этим. Ну, ВКонтакте у меня есть, я дублирую. ВКонтакте не так. А вообще, я думаю, что надо всем сотрудникам полиции завести YouTube и отслеживать блогеров, которые фиксируют правонарушения, в том числе сотрудников полиции. Мы... Как дружина. Мы мониторим СМИ. Ну, СМИ – это СМИ, а все-таки YouTube – это более… Нет, я имею в виду не то, что СМИ, а все эти… соцсети, так скажем. Обратите внимание, там пожалуйста, там на сеть Мамаева Владимира Владимировича, то есть это меня. Достаточно такие актуальные вопросы я там поднимаю. Угу. Я думаю, что сотрудники полиции должны обращать на это внимание и исправлять свои ошибки. Цели нету там их как-то пристыдить и тому подобное. Есть цель, чтобы они все-таки исправлялись. Угу. У нас в 11 часов встреча с ним назначена. Да я запрошу потом материал проверки, что сделано. Сейчас дам указание. Сейчас находится здесь. Мы его только что видели, он здесь. Да, там совещание. Мимо нас никто не проскользнет незамеченным. Чем смогу, максимально, тем помогу. Ну все тогда, да? Да. А как-то номерок? Регистрация. Да, сейчас угу. Секретарь все сделает, не переживайте. Если что, если можно, я вам позвоню. Хорошо. Давайте сейчас. Ну что? Так, понятно, все начинается, все начинают напрягаться. Правда? Ну а что, не видно, что ли? Все он владеет, и канал мы узнаем, все не в курсе, все истории в курсе. Анника, включай, тогда делаю паузу. Все, пойдем. Значит, любовь, которая с Татьяной, да, с этим, с перепайкой трубок и всего остального так. Угу. Значит, ситуация следующая. К ней приходила эта Татьяна, слезно просила, чтобы все было, как говорится, хорошо, принесла ей часть денег. Любовь ей написала расписку, сказала, что больше претензий, как говорится, не имеет, связываться ни с кем больше не будет. Вот, это ее решение, я ее предупредила о том, что, будут звонить в полицию и вас приглашать на опрос. Вот.
Она сказала, что никуда я не пойду. Я уже устала и, в общем, все. Но ей вернули деньги, да, все или не все? Да, часть, то, что она попросила, ей вернули. Ну, понятно, понятно. Ну, видишь, они чувствуют, что петух жареный начинает клювать, и начинается вот эта беготня. По большому, то, что она там скажет, не скажет, это ее личное дело. Как она урегулировала вопрос с мошенниками, от нее требуется дать объяснение, показания, если будет возбуждено уголовное дело. Это ее обязанность. Хочет, не хочет, к ней придут и возьмут объяснение и показания. Здесь вопрос уже в другом. Чтобы это было ей комфортно, сотрудники полиции, я думаю, к пожилой женщине приедут на дом и возьмут все показания. Ей, по большому счету, нужно сказать правду о том, что было то-то, то-то, и в итоге вот оно закончилось так хорошо для нее, с ее точки зрения. Но это не освобождает от обязанности нести уголовную ответственность за свои действия. Это благодаря тому, что мы провели кайп, скажем так, она получила эти деньги обратно. Если бы этого не было, она бы не получила этого обратно никогда. Поэтому мы в любом случае ее заявим, а там уже личное дело сотрудников полиции допрашивать, не допрашивать, и ее давать показания, не давать. Понятно, пока дело не возбуждено, ее заставить никто не может давать объяснения, но если уголовное дело будет возбуждено, она обязана будет дать показания, иначе есть уголовная статья за отказ от дачи показаний, либо за дачу заведомо ложных показаний. То есть здесь должно быть четкое понимание, что все лица, которые так или иначе могут дать какие-то показания по данным обстоятельствам, будут допрошены в рамках возбужденного уголовного дела. Я услышал то, что как бы женщина не хочет, я ее прекрасно понимаю, но сейчас вопрос уже стоит не о том, что хочет, не хочет, а о том, что нужно этих, скажем так, мошенников наказать и довести дело до логического конца. Потому что если сейчас не доводить это дело до конца, завтра пострадают другие люди. Это называется хата с краю. Мы вот привыкли так. Вот пока вот нас не касается, как бы и все пофиг на остальных. Понимаете? Ну все же, осталось только помогите нам, условно говоря. Мы за вас все сделали. Дайте показания. Что за детский лепет? Ну, в общем, Любовь-то как бы сказала, что да, вопрос только в том, что придут ли они ко мне, а то она работает без выходных, и ей как бы выйти никуда она не сможет. Но это, знаете, вот как в фильмах, да, происходит иногда. Вроде все такие да-да-да-да-да, а потом, как дело доходит, все сразу в кусты. Я думаю, что все равно найдется много людей порядочных, которые помогут нам в доведении этого дела до логического конца. Думаю, найдутся и другие потерпевшие, которые к нам обратятся, ну или в отдел полиции обратятся и напишут заявление. И массовый характер будут сейчас носить вот эти заявления. И, соответственно, это будет очень хороший повод для того, чтобы возбудить уголовное дело и начинать все-таки расследование этого уголовного дела. А не какую-то доследственную проверку. Какой-то бред учинили. Уже третий месяц заканчивается, они проводят доследственную проверку. УПК четко ограничивает сроки. Возбуждайте уголовное дело и в рамках уголовного дела проводите все экспертизы и так далее. Потому что иначе это все придется повторять. Потому что доказательства, полученные в нарушение закона, а именно в нарушение Уголовно-процессуального кодекса, юридической силы не имеют и не могут быть положены в основу обвинительного заключения и приговора. Поэтому я не понимаю, зачем сотрудники полиции занимаются вот этим оттягиванием возбуждения уголовного дела. Именно по факту совершения определенных действий. А уже фигурантов, уже других лиц они установят. Сначала плакались, там возмущались, кулачками стучали, а потом пожалели девочку, денежку частично вернули, частично не вернули. Вот я говорю о тех людях, которые вдруг начинают в воздухе перебываться по какой-то причине. Не обращайте на них внимания. Я не стал этого товарища перебивать по поводу, когда он начал вот эту вот сказку, лапшу грузить. Ну, это он на вас рассчитывал. Понятно, что на меня это не рассчитано. Надо, чтобы было много пострадавших, вот это. Это бред, это просто бред. Если человек совершил, условно говоря, убийство, для того, чтобы его привлечь к уголовной ответственности за убийство, не надо, чтобы он параллельно перестрелял полгорода. Ну да, я тоже об этом подумала почему-то. Они привыкли общаться с людьми, которые либо верят им, либо делают вид, что верят. Не стал я ему перебивать, хамить и тому подобное, осаждать, потому что, вроде как пошло русло нормальное. Я попытался там в каких-то местах вставлять определенные моменты, обращать его. Он сразу уходил от темы. Думаю, ну ладно, хрен с тобой. Раз ты подписался, что ты будешь ответственным, посмотрим, как ты дальше будешь себя вести. Естественно, второй разговор у меня будет с ним совсем другой.
он не будет положительным героем в моем видеоролике, это 100%. Поэтому не обращайте на это внимания. Ну, конечно, кого-то, может, обработали. Я еще раз говорю, менты тянут время, они крышуют, они думают, как выйти из этой ситуации. Почему вдруг это там Татьяна метнулась и тому подобное? Понятно, сейчас решается вопрос, что делать, что делать? Да, потом так и останемся мы с вами вдвоем наедине. Не обращайте на это внимания. Это тот же самый червяк, который будет грызть чужое яблоко для того, чтобы нагадить. Он не хочет нам помочь, поверьте. Его задача одна и та же. Не верьте им. Это система такая, в которой никто не хочет работать. А то, что он там говорил, вот это все, он понимает, все равно нужно отменять. Он просто рисуется, он делает видимость. Но я ему прямым текстом говорю, да насрать для суда все ваши действия, которые вы делаете. Вы тратите бюджетные деньги, но это не имеет юридической силы в суде будет. Вы должны проводить экспертизы в рамках возбужденного уголовного дела. Ну, условно говоря, сначала зачатие, а потом ребенок, ну не наоборот. Вот зачатие это как раз возбуждение уголовного дела, а ребенок это уже результат. Они пытаются ребенка как-то создать, а зачатия даже нету. Все, что они сейчас делают, они должны будут все равно после возбуждения уголовного дела повторить. Потому что это прописано в УПК, Уголовный процессуальный кодекс. Доказательства должны быть собраны в установленном законном порядке. Даже если придет человек и даст объяснение о том, что скажет, я совершил преступление и тому подобное, а потом, когда возбудят уголовное дело, когда надо будет взять с него показания, он скажет, я не буду этого давать. Так вот эти объяснения, ранее поданные им, суд не имеет права на них даже ссылаться, потому что это является недопустимое доказательство, потому что они получены в нарушении УПК. Потому что человек, который их дал, он не имел статуса там обвиняемого, либо подозреваемого. Ему не разъяснялась соответствующая статья, не присутствовал адвокат и тому подобное. То есть, да, вроде как бы есть доказательства, что он признал, показал, где труп зарыт и тому подобное. Но потом он говорит, ребята, а это мы не имеем права ссылаться, другими доказательствами доказывайте. И они это знают, они обязаны это знать. И поэтому про эту экспертизу, это просто танцы с бубнами для того, чтобы сделать видимость на камеру, что мы будем что-то делать. Понятно, что они отменят это постановление, понятно, что им нужно как-то решать эту проблему. Наша задача делать им геморрой, чтобы они понимали, что надо им все-таки решать дело, доводить до какого-то логического конца. Они думают сейчас, что делать. Они пока еще решают, они не знают, что делать. У них выхода нету. Выхода у них нету, мы им не даем выхода. Они должны возбудить уголовное дело. Выхода у них нету. Мы должны до них донести то, что вы лапшу нам вешаете, мы вас снимаем и вас показываем, какие вы идиоты. То, что мы молчим, головкой киваем на ваши вот этой бредни, это не означает, что мы с вами согласны. Это означает только то, что говори, говори, Емеля. Будем смотреть твои речи в интернете и тому подобное. Вот это они должны понимать и бояться, что когда приходят к ним люди, нужно с нами разговаривать уважительно, не с точки зрения, как они ведут себя перед нами, а с точки зрения закона. Уважайте закон и ссылайтесь на те нормы права, если вы о чем-то говорите. Наша сейчас позиция очень простая, очень простая. Мы просто ходим к ним, все это дело фиксируем и выкладываем в интернет. И смотрим, как они себя зарывают в говно. Они попытались урегулировать вопрос тем, что сунули вам эту плату. Пойдите, заберите, выражусь, отъебите, скажем так. Вы говорите, нет, блядь, по закону хотите. И они сидят, думают дальше, что ж надо дальше сделать так, чтобы и тех крышевать, и чтобы и вас успокоить. Думают, голову ломают. И у них звезды, для чего им такие даны? Они же не просто так на эти должности попали. Для того, чтобы уметь договариваться, решать так или иначе проблемы, которые существуют. У них не стоит задача вас защищать, там, преступников ловить. Нет, у них сейчас задача, как урегулировать вопрос вот этот. Вот и все. Поэтому, Анна, я вижу единственный способ вот это все сейчас фиксировать, ходить, спрашивать, ну как вы курируете, как у вас, успешно вы курируете или нет. И пускай он смотрит, краснеет. Вы же обратили внимание, как он багровый, там цвет лица менялся туда-сюда, туда-сюда. Как ручки дрожали. Там, вы же это видели все. Они вас ждали, ждали вас и меня, естественно, ждали сегодня.
Даже дежурный себя по-другому вел. Поверьте, я в этом отделении был неоднократно. Я знаю, как себя ведут эти дежурные. А тут дежурный прям такой вежливый. Ой, подождите, сейчас я вот с женщиной поговорю и тому подобное. Сам вступил в разговор, я ему даже ничего ни слова не сказал. Просто подошел и снимаю на камеру. И он ко мне сам обращается. Говорит, так-то, так-то. Мы сейчас люди, на которых смотрит очень много людей. И мы показываем, как себя ведут сотрудники полиции. И их задача не обосраться, но они с каждым разом обсираются все больше и больше. Ой, так и что, в итоге-то когда там они собираются? У меня есть много вопросов, на которые мне сегодня этот начальник не ответил. Он уклончиво говорил, что «Ой, не будем говорить про гражданские отношения, не будем говорить про гражданские отношения, про персональные данные и тому подобное, потому что у нас уголовное дело, уголовное дело». Он же вот так себя позиционировал. Но опять же включает дурачка про персональные данные. Ну, чтобы не остаться дурачком, он начинает меня перебивать. Ой, ну это сейчас не будем об этом говорить. Мы же сейчас рассматриваем о возбуждении уголовного дела. Я ему подмасливаю, говорю о том, конечно же нельзя вас ознакомить с материалами дела, потому что это тайна следствия. Я им даю понять, что как бы, ребята, возбуждаю уголовного дела, и все, говоришь, вот, Анна, до свидос. Мы рассматриваем годами это дело. Да, как карта ляжет там потом. Говорю прямым текстом, 3 суток на принятие решения, 10 суток, месяц. Ну, 3 месяца прошло, они не могут разродиться, есть достаточно оснований для возбуждения уголовного дела. Ваших сведений, которые вы сообщили в заявлении, достаточно. Не нужны экспертизы. Не нужно ничего, вам достаточно сказать, что пришел такой-то человек, обманным путем забрал у меня плату и пропал. Потом еще от меня бабки требуют. Все этого более чем достаточно. Какие нахер объяснения? Что за бред? У нас уголовные дела возбуждают. Девочка показала пальчиком на парня, говорит, он со мной спал. Никаких доказательств нету. Ноль. Просто по показаниям этой девочки. Все. Это где вы такое отслеживали? Меня в дело не допустили. Меня не допустили в дело в качестве защитника. Плевать это на Верховный суд. Дело? Это у вас такое дело? У нас в Мурманске? Да. Ужас какой. Областной суд сегодня вынес определение апелляционное оставить в силе данный приговор, на который не допустили защитника, то есть меня, согласно статье 49 УПК. Не допустили просто, нарушив все возможные процессуальные нормы. Нарушили право на судебную защиту подсудимого. Областной суд обязан был отменить этот приговор и направить на новое рассмотрение с участием защитника. Я хочу выразиться, хуйню мы эту отменим. Отменим эту хуйню. По-другому я не могу сказать. Для них это нормально, рассматривать уголовное дело в отсутствии подсудимого, да, в отсутствии меня, в отсутствии защитника. Они не хотят видеть защиту, понимаете? Они максимум делают то, чтобы просто даже человек не мог защищаться, не мог даже рот открыть. Поэтому это нормальная ситуация. Мы сейчас смотрим на этот зоопарк. Зверьки перед нами выступают на камеру. Шоу, понимаете, Анна? Мы с вами делаем шоу. Мы показываем вот этот дебилизм, который перед нами происходит. Где можно заниматься явно незаконной преступной деятельностью, тебе за это ничего не будет. Если ты, соответственно, заносишь в какие-то кабинеты, очевидно для меня. А можно, я не знаю, маску там не одеть, и тебя посадят. Если вы это проглотили, тогда глотайте все. Все глотайте, все, что вам на лицо сбрызгивают. Все глотайте. Анна, вы на данный момент человек, который просто показывает вот этот весь беспредел, вот этот абсурд и маразм. Не вопрос уже даже холодильника этого. Давайте доведем до логического какого-то конца. Я все-таки надеюсь, что мы увидим, как будут уволены определенные чины с крупными звездочками, в том числе, которые с нами общались, и будут привлечены к уголовной ответственности определенные люди, которые занимаются мошенничеством. Ну, по-другому быть не может. От того, как мы этот материал предоставим, покажем, я думаю, вышестоящие чиновники в Москве, в других районах, скажем так, нашей страны, обратят на это внимание. То есть, получается, сейчас мы написали заявление на вот это вот все. Отказ там что-то ходатайствовать. Потом, куда пойдет эта бумага?
Сейчас должно вынесено быть постановление прокурором об отмене постановления об отказе в возбуждении уголовного дела. Ну, по кругу гонять. Сейчас вот это вот, елозят вот это вот материалы проверки. Участковый что-то не сделал, сделай вот это, не сделал, сделай вот это. Вот они вот так вот елозить будут какое-то время, понимаете? Ну, понятно, что не бесконечно. Ну, пускай поелозится, пускай, ну, балуются ребятки, балуются. Они не могут нормально провести доследственную проверку, ну, не могут опросить. Они не могут построить своих участковых, они не могут три шкуры снять с этих, не хочу выражаться. Не хотят работать, не хотят. А потом будет передано еще раз на дополнительную проверку, правильно? Они развлекаются, ну, игры у них такие. Давайте смотреть, давайте играть в эту игру. Интересная же игра. Я же вам изначально говорю, это зверьки, которых нужно показывать на экранах телевизоров, желательно по центральным каналам. Просто нам 30 числа что ждать от Николая Валерьевича? Нам скажут, что вот, уважаемые, мы отменили, так сказать, постановление, вот мы должны то-то провести, проверку сделать. Отменят они постановление это. Конечно, они будут дальше проверку делать. Я не могу сейчас вам сказать, что будет. Я не знаю. Ну, ладно. Не знаю. Я могу только предполагать, кто с вами заключил договор. Галимов, либо Недосекин этот. Кто заключил? Или, может, они сразу вдвоем с вами заключили договор? Да это уже какая-то уже странная история получается на троих. Да. Сшито белыми нитками. Пришли какие-то товарищи, забрали плату обманным путем, выдавая себя за мастеров. И они не... Ты знаешь, что пишет прокуратура? Вот письмо пришло только что. В ходе рассмотрения представления, допущенные должностными лицами отдела полиции нарушения, выразившиеся в неознакомлении вас с материалами доследственной проверки, нашли свое подтверждение. Принято решение об ознакомлении вас с материалами проверки. В связи с вышеизложенным, в полном объеме вы вправе повторно обратиться либо ознакомиться с копиями указанного материала проверки в прокуратуре округа. Что значит повторно обратиться? Что значит повторно обратиться? Что за бред? Вот что за бред? Вы имеете право повторно обратиться. Мы не имеем права повторно обратиться, мы имеем право ознакомиться, блядь. Кто там пишет эти тексты? Заместители прокурора округа, советники юстиции Маругова. Вот Марукова. Не имеем права написать заявление. Нам это право не надо от вас вообще даже спрашивать. Мы имеем право наконец-то уже по истечении 3 месяца ознакомиться с материалами доследственной проверки. Вот это мы к вам хотим решить вопрос. Правильно, Анна? Наше право на обращение с заявлением нарушено или наше право на ознакомление с материалами дела? Нахера нам писать, что мы имеем право написать заявление об ознакомлении с материалами дела? Сделали предписание, те товарищи нам сообщили, что приходите такого-то числа, в такое-то время ознакомливайтесь. Все на этом. Какое нахуй заявление еще очередное писать? Еще 30 дней они его будут рассматривать. Анна, давайте играть в эти игры, давайте поиграем. Мне интересно, я кайфую, понимаете, я кайфую, наблюдая за этим дебилизмом. По-другому я это назвать не могу. Я предлагаю даже опубликовывать вот эти постановления прокуратуры и тому подобное, убирая персональные данные. Пускай люди почитают, как мы тексты пишем. Я понимаю, что вы там их косвенно похвалили о том, что вот на многих листах вовремя, в сроки там какие-то укладываются, отвечают. Так а по существу-то ничего не происходит. Кого-нибудь наказали, кого-нибудь уволили, хоть что-то произошло. Вот предписание, что да, подтвердилось, ну да, подтвердилось. И что дальше? Подождите, Владимир, я тут что там важное самое пропустила. По результатам процессуальной проверки органам дознания 11 декабря вынесено постановление об отказе и возбуждении уголовного дела ввиду отсутствия состава преступления. Это последний отказ. Вышеуказанное процессуальное решение отменено прокуратурой округа в порядке надзора 18 декабря. Материал направлен для проведения дополнительной процессуальной проверки. Органу дознания даны исчерпывающие указания, необходимые для решения вопроса о возбуждении уголовного дела. Я упустила этот самый важный. Вы теперь понимаете, что вот этот сегодняшний наш начальник почему так плясал перед нами?
Он уже прекрасно знал, что постановление это отменено. И вот этот вот цирк, зоопарк, что напишите заявление, я буду ходатайствовать перед прокуратурой об отмене этого постановления, это был цирк. Чухаров этот просто так появился, все это, все там на контроле держится, каждый наш шаг отслеживается. У них на контроле, все на контроле, поэтому не переживайте. То есть наше вот это заявление сегодняшнее, оно как бы типа такое, ну типа пусть будет, да? Нет, это просто создать видимость, это видимость на видеозаписи, чтобы быть каким-то хорошим. Ну, он же, когда мы уходили, как он же поинтересовался же? Каким я буду, хорошим, нехорошим? Он не хотел отвечать на наши вопросы. Я ему бы задал несколько вопросов. Вот я первый вопрос, который хотел понять, почему плата находится в ментовке. Потом вопрос, все-таки с кем заключен договор. И вопрос по поводу этих персональных данных. Вот три вопроса. Да он не может на них ответить, Анна, он не может на них ответить, потому что любой ответ будет ставить их в такой тупик, что нужно писать заявление об увольнении, все. Анна, все вот эти участковые, они не от себя тяну несут. Второй раз отменено постановление, и почему-то опять участковые будут проверять, хотя должен этим заниматься следственный отдел МВД, следственный отдел. Потому что часть вторая здесь просматривается, 159 статьи Уголовного кодекса. Вторая часть. Здесь не орган дознания должен этим заниматься, не участковый, а вообще следователь должен этим заниматься. 30 числа мы Чухарову зададим вопрос. Как успехи проверки новой? И пускай она перед нами отчитается. Есть тема для разговора. И вот уже неоднократно в адрес начальника отдела полиции номер 3 внесено представление об устранении нарушений федерального законодательства по факту неознакомления вас с материалом проверки в полном объеме, которое 9 декабря рассмотрено с участием прокурора округа. Угу. Ну, скиньте мне почитать, интересно будет. Да я прям сейчас скидываю уже. Очень содержательное письмо. Анна, говорю, давайте, говорю, очень-очень интересный сериал получается, очень интересный. Загоняют себя в такой тупик, я даже не знаю, как они из него будут сейчас красиво выходить. Я вот, на самом деле, вот сейчас сижу, ставлю себя на их место, я думаю, а что нужно сделать, вот, чтобы красиво выйти из этой ситуации? Отказать нам в приеме они не могут. Ну, не могут они этого сделать. Мы уже много где были, да, там уже нет. Заболеть резко все тоже одновременно не могут. Все равно кто-то будет сидеть отдуваться. Все равно будет видео на эту тему. Не знаю, у них выход только один. Возбуждать уголовное дело, расследовать и все, и привлекать к ответственности виновных. Но потом они начнут расследовать это дело и пойдет. Один отвалился, второй отвалился, третий отвалился, и осталась одна Аня и никого. Ничего там не отвалится. Если дело возбудят, там будут, дотянут до... Найдут козла отпущения, накажут, не переживайте. Я вам говорю, у нас... Если дело возбуждено, а тем более, если попало в суд, все, неважно, есть доказательства, нет доказательств, 100% будет обвинительный приговор. Тут даже вопросов быть не может. Я вам говорю, как у нас все происходит. Если дело возбудят, то все. Человек поедет на нары. Часть вторая статьи 159. Это же 18 декабря прокуратуры ушел, сиял туда для возбуждения уголовного дела. О решении вопроса, да, возбуждения уголовного дела. Это значит, у них же там короткие сроки, там 10 дней, по-моему, в прошлый раз говорил этот Бухар, что прокуратура дает 10 дней, но мы написали ходатайство на продление типа до 30 суток. Не просто так в Уголовно-процессуальном кодексе прописывают эти сроки. Указывают их там, во-первых, в сутках. Указывают трое суток. В исключительных случаях 10 суток. Ну, когда требуются там дополнительные какие-то действия, 10 суток. Ну, 10 суток потолок. Особые какие-то исключительные случаи, если только по согласованию с прокурором, на месяц могут продлить. А у нас что-то происходит. Я усматриваю в этих действиях злоупотребление. Злоупотребление в виде бездействия. Почему? Потому что... Вы такой зрячий, Владимир. Ну так это очевидно, очевидно.
Анна, есть сроки, они для чего-то придуманы. Соответственно, их нарушение говорит о том, что человек не справляется со своими обязанностями. Потому что закон установил определенные сроки, подразумевая, что человек должен с этим справиться. А если не справился, в любом случае он должен возбудить уголовное дело и дальше уже проводить расследование. Это просто, скажем так, подготовительная стадия для проверки определенных фактов, если есть в этом необходимость. Если не смогли проверить вовремя, там, не успеваете, вы должны возбудить уголовное дело на основании заявления. Вот эти сроки установлены для того, чтобы их выполнять, а не для того, чтобы их нарушать. И эти сроки нарушены очень сильно и неоднократно. Обращение ваше было 21 сентября, а уже заканчивается декабрь. И никто, я так понимаю, не понес никакой ответственности. Да, до сих пор. Никого не наказали. А идет вот поощрение. Прокуратура делает, это не наказание? Что это такое представление прокуратура сделала? Это указание на замечание, вышестоящее руководство на основании этого представления должно наказывать своих подчиненных, иначе никак. Помимо... Как узнать, наказали или нет? Ну, прямо обратиться, вот мы будем спрашивать, будем каждый раз спрашивать у Чухарева, кого он наказал своих подчиненных, кого из участковых наказал, кого из своих начальников. Он же как нам говорит, это ваши отношения, меня и Панфиловой, понимаете? Его это не касается. Его не касается, что его работники в служебное время на рабочем месте занимаются личными вопросами с Мамаевым, оказывается. Какие у Панфиловой со мной могут быть отношения? Ну какие? Ну, тоже не знаю, Владимир, чем вы тут занимаетесь за моей спиной. Ну, вот я тоже думаю. Я думаю, что 28-го я узнаю на предварительном судебном заседании. Я надеюсь, она придет и мне расскажет, какие у меня с ней отношения. А все-таки назначили, да? Ну, назначили. Раз исковое заявление поступило, его надо рассмотреть. Туда можно прийти? Можно, конечно. Более того, приходите все, посмотрим на это чудо. Где сотрудник полиции обиделся на то, что его зафиксировали на видеозапись. Вон, Чухаров не обижается, все начальники не обижаются. Никто не обижается, а Панфилова обижается. Сегодня нам даже не говорили, что не надо меня снимать. Даже не говорили о том, что запрещаю выкладывать в сеть интернет. Сегодня не было такого. Да, тоже заметила. Это уже хорошо. Умнеют. Почему-то у них это как-то вот, чем выше идешь, тем как-то поспокойнее. Ну, потому что понимают, что есть все-таки закон у нас в стране, его надо исполнять. Люди хотят знать. Места просто, наверное, как-то более значимые. Там такая очередь на эти места. Там, не дай бог, ты там потерял это место, на твое место сразу 10 человек, желающих прыгнуть. 100%. Это не участковым быть, это понятно. Участкового никуда не денуть, их нету, потому что. Угу. Им что хочешь, пиши, и вот. Ланенька, будем завязывать? Мы все давайте. Выговорились? Или есть еще кому что добавить? Ладно, короче, монтируйте ролик, жду.